Икора, огромное войско Сияющего Улья собирается у крепости Саватун. Что-то происходит. Мы следим за их действиями в этом квадрате. Похоже, они хотят завладеть крупным источником света. Простите, что вмешиваюсь, но это же источник Саватун. Именно отсюда престол черпает свет. Значит, они не захватывают его, а защищают? Именно. Они хотят контролировать его, знаете ли. В случае удачи они получат источник силы для войны с презренными. И с нами. Мы остановим их. Любой ценой. С Ульем на мосту разобрались. Теперь они строят укрепление, чтобы не подпустить нас к источнику. Тут что-то есть. Одна из тех бомб пирамиды, которые презренно использовали в Мире Престоле. Примени ее против них. Взорви их, если нужно. Thank you.
источника, но он под надежной охраной. Похоже, бойцы Улья черпают из него силы в ходе какого-то ритуала. Источник — это не шутка. При его максимальной мощности Улей будет непобедим, но... Знаешь что? Я как-то видел, как один раб все испортил. Ошибка оператора, все такое. Ну, типа, реликвия оказалась не там, где нужно, все полетело. В общем, его больше нет. Но мы сможем воспользоваться его неудачей. Выведем источник из строя. Мы быстро захватим источник. Продолжаем в том же духе.
источник наш. Сейчас да, но они попытаются его отбить. Презренным этот источник позарез нужен, а значит, Улей будет где-то рядом. Если Улей так упорно защищает источник, значит, презренные собираются его уничтожить. Если так и дальше пойдет, то да, скорее всего. Сначала они ослабляли его, чтобы снять с пирамиды проклятие Саватун. Проклятие Саватун? Да, с помощью света источника она наложила проклятие на пирамиду и заточила в ней ученика.